Друзья мои, всем привет! Я очень рада всех вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я хочу поделиться своим рецептом приготовления куриной грудки. Куриная грудка, приготовленная по этому рецепту, получается очень нежная и сочная. Смешиваем соль, перец, добавляем ваши любимые специи по вкусу. Натираем этой смесью грудку и оставляем ее примерно на 30-40 минут для того, чтобы она промариновалась. Готовим смесь для заливки грудки. На стакан 2,5% кефира я добавляю столовую ложку томатной пасты и заливаю грудку. Заливки должно быть столько, чтобы грудка была полностью покрыта этой заливкой. Отправляем грудку в духовку примерно на 30-40 минут при температуре 180 градусов, пока грудка не подрумянится. Вот такая аппетитная, а главное очень сочная и нежная получается грудка. Томатная паста придает грудке цвет, как будто бы она подкопченая. Если мой рецепт вам понравился, не забывайте ставить лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!